Привет, друзья и гости моего канала. Сегодня у меня бисквитный рулет к чаю. Очень вкусный, с кислиночкой. Если хотите знать, как я его готовила, оставайтесь на канале и смотрите видео до конца. Берем 3 киви. Очищаем от кожуры. Нарезаем миленько. Перекладываем. Перекладываем в мисочку. И засыпаем сахаром. 65 грамм сахара. Все это тщательно перемешиваем, чтобы киви выпустила сок. Это происходит очень быстро. Перебиваем. Перебиваем массу, погружаем. Перебили массу кукурузным блендером и переливаем ее в сотейник. И варим минут 25-30. Вот такое вот получается вареничко. Снимаем с огня и перемешиваем. А сейчас готовим. Берем молочко, 20 грамм, 20 грамм растительного масла и пакетик ванильного сахара. Заливочку пока оставляем в сторону. Берем муку для кексов. Муки нам понадобится 85 граммов. Также добавляем разрыхлитель. 1/2 чайной ложки. Все перемешали. В миску разбиваем 6 яиц. Отдельно белки нам нужны. А желтки в этом составе нет. Их просто отставим в сторону. Перебиваем белки, чтобы хорошо взбить белки, я добавлю сок лимона. Сока лимона приблизительно я возьму 10 граммов. И взбиваем до пиков. Добавляем сахар, 3 приема. Сахара нам нужно 93 грамма. Не останавливаемся и добавляем сахар. Готово. Сюда будем просеивать муку. Восемьдесят пять граммов муки и с разрыхлителем просеиваем в наши белки. Все это тщательно перемешиваем. И добавляем нашу заливочку с молоком, растительным маслом и ванилью. Прежде чем вливать, я ее подогрела до тепленького состояния, то есть приблизительно 50-55 градусов температура. И опять же таки перемешиваем до однородности.
На противень. Противень размером должен быть 25 на 35 сантиметров. Выкладываем наше тесто и хорошенечко его разравниваем по всему периметру противня. Выравниваем все. И можно немножечко постучать этим тестом, чтобы заполнились места свободные. Выпекать ставим на 15 минут при температуре 155 градусов, 150-155 градусов. Наше вареничко такое некрасивое на цвет, поэтому я добавила немножечко красителя. Но это не обязательно. Можете не добавлять. А дальше берем сливки. Сливок нам понадобится 50 граммов. Готовый корж. Переворачиваем на крышке его пергаментом сверху. А нижний слой пергамента снимаем. И вот такой вот корж бисквитный, который называется «Белый ангел», готов. Шикарный корж. Срезаем с боков наискось края. С одной и со второй стороны. Наносим на корж взбитые сливки тонким шаром. Остывшее варенье помещаем в кондитерский мешок без насадки. Отрезаем кончик тоненько. И выливаем на корж. Равномерно распределяем по поверхности коржа. И сворачиваем корж. Сворачиваем рулет, а не корж.
Готовый рулет поставим в морозилку на 1 час. Готовый корж. Разворачиваем. И смотрим, что же у нас получилось. И вот такой вот красавчик рулет получился. Вы можете краситель не добавлять. Я чуть-чуть хотела капнуть, а у меня больше получилось. Поэтому он такой яркий зеленый цвет получился. Нужно, конечно, меньше. Но ничего. Вкуса это не испортило. Кисленький вкус киви. Варенье из киви. Чем-то напоминает смородину. Ну вот и все, рулетик готов. Всем приятного аппетита. Готовьте, это очень вкусно. Рулетик на основе теста белой.